Добрый день, я рада приветствовать наших уважаемых гостей, участников сегодняшней пресс-конференции. Я приветствую коллег-журналистов, которые находятся на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» в Москве, коллег-журналистов, которые находятся в студии в Симферополе. Также я приветствую всех журналистов, просто зрителей, которые могут смотреть прямую трансляцию нашей пресс-конференции на сайте пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня». Коллеги, напоминаю, вы можете присылать свои вопросы через форму на сайте. И эти вопросы я с удовольствием озвучу от вашего лица. И также напоминаю, что трансляция идет и в наших социальных сетях, ВКонтакте и Телеграм. Подписывайтесь на наши социальные сети, коллеги, и будете первыми получать самую свежую информацию. Сегодняшняя пресс-конференция проходит по итогам Ялтинского международного форума в формате видеомоста «Москва-Симферополь». Я приветствую мою коллегу Марина. Добрый день. Оксана, здравствуйте. Крым приветствует вас, участников Ялтинского международного форума. Отдельное поздравление и приветствие Георгию Львовичу. Мы очень рады вас видеть. Всего доброго. Хорошей пресс-конференции. Итак, напоминаю, что Ялтинский международный форум проходил в Москве 23-24 октября. В мероприятии принимало участие порядка 150 человек из 40 стран мира. У форума была насыщенная программа, но я не буду обо всем рассказывать. В общем, для этого мы пригласили наших гостей, они обо всем подробно расскажут, и я с удовольствием их представляю. С нами сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым, а постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Георгий Львович, приветствую вас. Рядом со мной заместитель председателя Координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма Айк Бабухарян. Прошу прощения, Бабуханян, да, Бабуханян. Айк Борисович, приветствую вас. Спасибо, что вы с нами. И с не меньшим удовольствием я представляю председателя Совета по развитию бизнеса «Россия Гана» Алуку Буатенг Лоренс. Спасибо, господин Лоренс, что вы сегодня принимаете участие в нашей пресс-конференции. Ну а сейчас, не теряя времени, передаю слово Георгию Львовичу. Пожалуйста. Thank you. Добрый день, дорогие друзья. Я хотел бы подчеркнуть, что наш форум восстанавливает традицию ежегодного проведения ялтинских форумов. Она была прервана из-за пандемии, потом из-за некоторых обстоятельств в прошлом году, но сегодня мы абсолютно готовы к конструктивной, продуктивной работе с нашими зарубежными партнерами по разным векторам взаимодействия. Первый вектор – это, конечно же, экономический, и второй, не менее важный – это общественно-политический. Третий аспект работы, который в этом году был предложен – это работа с молодежью, что очень важно. Но подчеркну, что форум проходит в Москве не случайно. Наши партнеры, многочисленные из зарубежных стран, предпочли такой формат работы, потому что в Москву легче добраться, логистические проблемы решаются гораздо проще, чем более длительная поездка в Крым, поэтому было принято такое решение. Форум, как всегда, собрал много зарубежных гостей, вы сказали, 40 стран, нет, было почти 60 стран представлено на форуме. И, конечно, я бы сказал, особой спецификой форума была реализация договоренности с нашими друзьями из целого ряда африканских стран о том, чтобы провести Крымско-африканский деловой совет, созданный на форуме «Россия-Африка», проходившем в Санкт-Петербурге этим летом. Наших африканских друзей прибыло порядка 50 человек на конференцию нашу, которая была посвящена началу работы Крыма с Африкой. Почему Крым сконцентрирован на Африке? Это не только потому, что такие приоритеты у России, хотя, конечно, это тоже очень важный аспект. Но просто Крым еще географически ближайший регион к африканским странам. Мы выходим из Черного моря в Эгейское, Средиземное, и перед нами весь африканский континент. Поэтому Крым как бы ворота
для входа африканских товаров к нам, для вывоза российских товаров в Африку, для того, чтобы начинать налаживать продуктивное сотрудничество, которое, конечно, на мой взгляд, еще не достигло своего широкого размаха. И мы, понимая необходимость для Российской Федерации укрепления и развития отношений с Африкой как регион России, предлагаем свои для этого возможности. Крым вызывает интерес у наших африканских партнеров, и я думаю, что господин Аукубуатенк об этом скажет особо. Мы обсуждали разные аспекты сотрудничества и торговлю, которая, конечно же, имеет широкие перспективы для своего развития. Ну, все, наверное, наши зрители и слушатели пьют кофе африканский или едят шоколад из африканского какао. Масса продуктов, фруктовые соки, продукция ресурсов природных из Африки используется широко в нашей стране. В общем, безусловно, есть чем заниматься с Африкой, но есть и самое главное – это желание африканских партнеров, многих африканских стран, обращенность вот такая душой и сердцем к взаимодействию с Россией. Мы это очень высоко ценим, об этом нам неоднократно говорили представители многих делегаций из Африки, которые прибыли на наш форум. Вторая часть работы – это, конечно, выстроить логистические цепочки для Крыма, задействовать реально его, как южные морские ворота России. И этому была посвящена вторая сессия. Мы без транспорта, морского транспорта, разумеется, не можем по-другому сотрудничать ни с Ближним Востоком, ни с той же Африкой, ни с Южной Азией, ни с Латинской Америкой, если мы не наладим прямые связи. Наши противники, безусловно, создают массу проблем для того, чтобы заблокировать прием наших кораблей, создать сложности в финансовых обменах и, в частности, в расчетах за поставляемую продукцию. Мы это все понимаем, мы это серьезно обсуждали. И, в общем, мы, конечно, видим многочисленные пути выхода из этой ситуации. Обсуждали даже, например, такую систему, как клиринговые взаимозачеты, которая действовала и во времена Советского Союза весьма успешно, когда тоже были проблемы с долларовыми расчетами, евро тогда еще не было, но теперь у нас и по долларам, и по евро есть враждебные действия против России, поэтому мы всегда имеем возможность найти пути решения расчетных проблем. Говорили, и наши африканские друзья сами это подчеркивали, о возможностях вести расчеты в рублях, в юанях, в других валютах, потому что мир уходит от доллара, от этой кабальной зависимости, валютной зависимости от Соединенных Штатов Америки. И это нам открывает широкие возможности для экономического взаимодействия. Но далеко не только, как говорится, не хлебом насущным живы люди, жив человек. Поэтому мы, конечно, обсуждали и очень важные политические, политико-экономические и даже философские проблемы. И это часть, которая касалась форума, международного форума «Друзей Крыма». Мы договорились, что он будет называться «Международный конгресс друзей Крыма». Это порядка представителей, порядка 50 государств прибыли на этот конгресс. Многочисленные наши друзья из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Но я подчеркну, что больше всех трудностей испытывают наши друзья в Европе. Это репрессии, это, вы знаете, даже аресты многочисленные, только за то, что побывали в Крыму, побывали в России, выразили свою позицию. А ведь позиция очень простая, это не позиция войны, это позиция мира, сотрудничества.
И вот людей, которые высказываются за мир и сотрудничество, сегодня преследуют в Европе. Особенно это развито в странах Прибалтики. Ну, об украинском плацдарме действий Запада против России я даже и не говорю, потому что ну, нет более милого дела, я не знаю, я и 10 лет назад это говорил, для американцев, для НАТО, чтобы русские воевали с русскими. Потому что, ну, Украина это тоже малороссы наши, да, родные люди. И вот то, что они смогли натравить друг на друга, создать в умах продажной власти украинской вот этот настрой воевать до бесконечности, я говорю продажной не случайно, потому что за это люди, находящиеся во власти в Киеве, получают большие деньги. Вот это все, конечно, для нас большая боль. Мы услышали наших европейских друзей, которые нам рассказывали о тех трудностях, которые создают власти различных стран, Евросоюза прежде всего, ну и Соединенных Штатов Америки, о том, что эти европейские страны поставлены по существу в колониальную зависимость от Соединенных Штатов. Из них выжимают все соки, забирают все экономическое благополучие, социально-экономическое, которое имеют европейские страны, перекрывают все каналы сотрудничества с Россией, чтобы Европа не получала дешевых, выгодных для нее ресурсов, объявляла нам эти бесчисленные пакеты санкций, и все с одной целью. Вы знаете, нам эти санкции, это подтверждает реальная жизнь, практика, гораздо меньший ущерб наносят, чем европейским странам, которые, лишившись дешевых ресурсов из России, потеряли вообще всю конкурентоспособность своей промышленности и своего производства. От этого страдают люди, европейцы страдают. Даже высказывалась мысль о том, что, может быть, созревают условия для того, чтобы проводить в какой-то из европейских, разумеется, стран, столиц, европейский антиколониальный форум. Ну и нацизм. Нацизм поднимает голову. Это видно на примере военных действий на Украине. Уже полк Азов, который, в общем-то, в мире был признан как нацистская структура, теперь уже вроде как и хороший. И этих фашистов со свастиками, разукрашенных там чуть ли не с физиономией Гитлера, воспринимают как друзей Европы. Это что значит? Это значит, что фашистская чума опять расползается по Европе прежде всего. Но это же и есть европейское порождение. Мы эти вопросы, конечно же, связывали с будущим мироустройства. Мир меняется, уходит из-под зависимости от Соединенных Штатов Америки и так называемого коллективного Запада. Коллективный Запад сопротивляется этому. Ну, естественно, никому не хочется терять свое доминирование, терять свое господство мировое. Но это объективное течение событий, и об этом мы говорили. Кстати, к нашему форуму обратились высокие государственные лица Российской Федерации. Мы получили приветствие и от Вячеслава Володина, председателя Государственной Думы, от Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, Евгения Александровича Примакова и многих-многих других руководителей. И во всех практически приветствиях подчеркивается значение Крыма как некой точки российской идентичности, которая в 2014 году, это действительно так, дала импульс перестройке мироустройства. Это важнейшая роль, которая очень серьезно на форуме ощущалась. И я подчеркну, что об этом подробнейшим образом говорил наш председатель Государственного совета Республики Крым, который оба дня участвовал в работе форума, Владимир Андреевич Константинов.
мы приняли целый ряд документов на форуме. Один из них касался Крымско-Африканского делового совета. Это протокол первого заседания Крымско-Африканского делового совета. Второй документ – это резюме круглого стола по теме «Крым как южные морские ворота России». Но мы, конечно, считаем, что Крым должен становиться не только южными морскими воротами России, но и всех стран Евразийского экономического союза. И, кстати, наши вот белорусские партнеры интересуются, конечно, возможностями, транспортно-логистическими возможностями Крыма. Надеемся, что и другие страны Центральной Азии тоже к этому придут. Ну и, наконец, было принято совместное заявление Международной ассоциации друзей Крыма, которая укрепляется по всему миру, больше активности проявляет, и Черноморской ассоциации международного сотрудничества. Это крупнейшее общественное объединение Республики Крым. Мы озаглавили это заявление как... Действительно, мы чувствовали большую поддержку России на форуме. Победа России – победа концепции справедливого мира для всех стран и народов. Так озаглавлено это совместное заявление. Я готов остановиться более подробно и на мыслях, и на этих документах. Это был большой двухдневный разговор. Он был очень конструктивным, с конкретными результатами и в экономической плоскости, и, конечно, в политической, и даже, как я сказал, философской. Алексей Константинович Пушков, который открывал второй день форума, задал такой вектор именно философского подхода к темам нового мироустройства. И мы обсуждали, какое мироустройство реально необходимо и какое мироустройство будет безопасным. Обсуждали все риски, которые связаны с многополярным или многополюсным миром. Говорили о том, что мир выстраивается еще, может быть, даже и больше в полицентричной, не полюсной конфигурации, когда полюса воюют там друг против друга и растаскивают все страны как полюса силы. А полицентричность, это связано с цивилизационным оформлением и цивилизационной структурой современного мира. И российская цивилизация занимает в этой структуре видное место. Мы ни с кем не хотим конфликтовать. Нам, России, а тем более Крыму, находящемуся на передовом рубеже России, как бастион, так сказать, исторический, не нужны никакие конфликты. Об этом мы заявили нашим друзьям. И думаю, что это был хороший, правильный, гуманный, человечный ответ нашим недругам, которые все время пытаются насаждать идеологию и идею конфронтации, войны, столкновений, Россию победить, Россию поставить на колени. Этого, конечно, никто не допустит. Мы еще раз подчеркиваем, что мы самодостаточное государство. На форуме мы об этом много говорили. Нам ни от кого ничего не нужно. Нам нужна равная, неделимая безопасность и, конечно же, конструктивное сотрудничество. И это конструктивное сотрудничество мы находим со всем не западным миром. Оно, на мой взгляд, очень наглядно складывалось и на нашем форуме. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Львович. Я хочу подключить к разговору Айка Борисовича. Хочу, чтобы вы оценили прошедший форум, ну и на чем сегодня сосредоточена деятельность Международной ассоциации друзей Крыма. Про заявление здесь уже упоминалось. Пожалуйста, вам слово. Да, приветствую всех присутствующих. А на самом деле, действительно, наша ассоциация, Международная ассоциация друзей Крыма, она сегодня включает в себя... уже порядка более 40 клубов национальных, то есть в разных государствах создаются национальные клубы «Друзья Крыма». И эти клубы, они вот с друг с другом сотрудничают,
в рамках ассоциации друзей Крыма, которая расширяется, активизирует свою деятельность, поддерживает Крым, поддерживает право народа Крыма жить свободно. Должен сказать, что в этом году на форуме у нас расширился координационный совет, и в него вошли еще три страны: Австрия, Сербия и Египет, в которых наиболее активны наши друзья и в которых проводится очень такая активная работа по мероприятиям, направленным на поддержку выбора народа Крым. Я должен сказать, что наши друзья по всему миру основываются на том, что народы, они должны самоопределяться, иметь право, которое записано и в уставе ООН, и во всех международных документах. И вот этот сегодня идет на самом деле борьба между двумя такими цивилизациями, так скажем. Одна цивилизация – это цивилизация прошлого, это колониальная цивилизация, когда людей пытаются заставить жить так или иначе, в том или иначе государстве, под тем или иным законом. И вторая – это цивилизация свободы, суверенитета наций, самоопределения народов. Когда люди, они воспринимаются не как крепостные крестьяне, которые привязаны к какому-то помещику или какому-то хозяйству, какой-то земле, а люди являются сами собственниками и своей земли, и своего будущего, и своего настоящего. Поэтому вот право нации на самоопределение – это основополагающее право. И я должен сказать, что именно вот в том пункте, в том совместном заявлении, о котором Георгий Львович сказал, мы здесь специально, даже вот шестой пункт я хочу просто прочитать, что мы убеждены, что миссия России – стать одним из организаторов движения суверенных народов мира. То есть народы должны быть суверенны в своем волеизлиянии, в своем выборе, в своей жизни. Суверенных народов мира по пути гармоничного, справедливого развития, вне формул и правил, навязанных неоколониалистами. При этом не менее важно укреплять роль многонациональной и многоконфессиональной России как цивилизационного центра. Действительно, речь идет о цивилизационном центре. Это общая цивилизация, и я представляю Армению. Армения также находится вот в этой общей цивилизации. 300 лет наш народ вместе с русским народом, с Россией. И знаете, вот мне часто задавали как раз на форуме вопросы, есть какая-то сегодня, есть какое-то недопонимание, да, вот со стороны по действиям сегодняшнего правительства Армении. Я должен сказать, что сам народ никоим образом не связан с этими действиями, и народ Армении, армянский народ, он всегда был с Россией и продолжает оставаться другом, я бы сказал, братом русского народа. И в этом плане, конечно же, мы, особенно для армян, очень понятно и ценно вот это вот право нации на самоопределение, потому что сегодня, вы знаете, наш народ переживает очень трагические дни в связи с произошедшим исходом народа, армянского народа из Нагорного Карабаха. И для этого мы еще раз хотим повторить. Народы должны быть суверенны, народы должны быть свободны, народы должны иметь право на выбор. Крымский народ сделал свой выбор. И никто не имеет права заставлять крымский народ, народ Крыма, а это многонациональный народ. И там и украинцы, и армяне, и татары, и много очень национальностей. Так вот, я многократно бывал в Крыму и многократно видел, слышал и убеждался, что многонациональный народ Крыма полностью сделал свой выбор. Это не только референдум, который прошел, ну, уже скоро будем праздновать 10 лет воссоединения Крыма с Россией. Это не только референдум, это повседневная жизнь. И на форуме я сказал, что можно сделать 2000 референдумов, и на всех 2000 референдумах крымский народ скажет, что он хочет быть с Россией. Это то личное мое впечатление и убеждение, которое я видел, и это не только мое. Это вся наша ассоциация, а я сказал, что это
Очень много стран, очень много клубов друзей Крыма. Мы едины вот в этом понимании. И никто не имеет права заставлять народ отказываться от своего самоопределения и жить по каким-то другим правилам. Или жить в какой-то другой стране. Или жить по другим законам. То есть заставить... Сегодняшняя война – это фактически война заставить народ Крыма подчиниться другому государству. Подчиниться. То есть колониализм – это вот это мышление, что заставить, поработить... значит, уменьшить право людей на свободу, на самоизъявление, на самоопределение, вот это порождение вот этого нацизма и колониализма. Спасибо. Спасибо большое, Айк Борисович. Здесь Георгий Львович уже упоминал, что Крым сконцентрирован на Африке, в том числе и в силу своего географического положения. А вот страны Африки, каким видят страны Африки сотрудничество с российским Крымом, и в частности ваша страна Гана, которую вы представляете, пожалуйста, вам слово, господин Лоренц. Thank you. Вам большое спасибо. Я хотел бы начать со слов благодарности организаторам этой конференции, нашего форума. И я думаю, что у нас прошел состоятельный форум. Состоятельными были и резолюции, которые мы приняли по итогам форума. Что касается Ганы, мы находимся между двух сторон в сказке. И фактически мы можем вспомнить цитату о том, что во время схватки между странами страдает трава. И когда я приехал сюда, в Россию, я увидел, что сегодня идет война. И, безусловно, Африка чувствует это влияние. Мы видим, что это влияет на траву в нашей стране. Посмотрите на то, насколько выросли умопомрачительно выросли в Африке цены на нефть. Насколько ситуацию вижу я, Африке пора сказать достаточным. Люди, которые стоят за всеми этими вещами, ведут пропаганду, они должны понять, что нам в мире нужен мир. Если мы говорим о Крыме, то, безусловно, Крым может играть важную роль в том, что касается морского транспорта и торговли с Россией. Давайте подумаем, как можно сделать так, чтобы и мы оказались выгодополучателями в этой ситуации. Все, что нужно нам, это мир. Мы хотим, чтобы в мире был мир и спокойствие, поскольку страдает Африка, страдает Гана. У Ганы долгие традиционные отношения с Россией. Как я говорил в ходе своего последнего выступления, в Гане медицинские кадры получили образование в России. В свое время они обучились бесплатно. У нас есть инженеры, архитекторы, представители других профессий, которые смогли получить образование благодаря хорошим отношениям, которые установились между Россией и Ганой, благодаря усилиям нашего первого президента. Но что происходит сейчас? Мы продолжаем участвовать в этой схватке. У нас много общего с Россией. У нас есть большой простор для взаимодействия с Россией в экономической сфере. У нас есть какао, который мы поставляем, а также кофе, золото. Но объем торговли уменьшился благодаря тем проблемам международной политики, с которыми мы сталкиваемся. Мы видим о том, что
объем торговли у нас снизился почти в два раза, с 4 миллионов долларов. И Крым – это, безусловно, мост для налаживания отношений. Как только Крым почувствует себя свободным, почувствует себя свободной и Россия, мы не должны принимать ту или иную сторону, склоняться вправо или влево. Мы верим в справедливость. Поэтому мы должны избегать агрессии всегда, когда это возможно. У нас в Гане люди имеют предубеждение против России. Моя мама плакала, когда я уезжал. Ты неужели действительно едешь в Россию? Ты приземлишься там и увидишь людей с оружием. Но разве такой является Россия на самом деле? Образ, который мы видим по телевидению, совершенно другой. Россия – это мирная страна. Мы видим ее как уникальное место. Тем не менее, есть большое количество мелких препятствий, которые мы можем устранить. Тогда Россия станет еще более привлекательной страной. И нам нужно найти мирное решение в условиях, когда происходит такое вторжение. И мы должны открыть двери и облегчить торговлю. И в Гане мы работаем над тем, чтобы торговые отношения, которые были нарушены, прерваны, чтобы они восстановились, и чтобы мы снова были в хороших отношениях с Россией. Я приведу метафору, то есть язык и зубы находятся во рту. Иногда между ними существует противоречие, и когда мы кусаемся. Тем не менее, они обречены на то, чтобы быть вместе. Поэтому торговые отношения являются залогом свободы как Африки, так и России. И если вы согласитесь со мной в том, что всем нам нужен мир, то мы можем поднять бокалы за то, чтобы между Ганой и Россией существовали хорошие отношения. Что мы, как и все другие страны мира, хотим мира, мирного существования. Спасибо большое, господин Лоренс, за ваше выступление. А сейчас мы перейдем к вопросам. Есть вопросы, которые мы получили через сайт, есть вопросы у журналистов в студии в Симферополе. Возможно, появятся вопросы и на площадке в Москве. Я зачитаю один вопрос, который мы получили через сайт. Портал «Знание сила». Олег Макаров. В дни Ялтинского форума в Праге проходила Крымская платформа, цель которой заручиться поддержкой демократического Запада, демократических в кавычках, по деоккупации Крыма от крымчан, которые в 2014 году подтвердили свой выбор на единство с Россией, сделанный еще в 1991 году на референдуме, про который Украина забыла. Украина жаждет устроить геноцид крымчанам, а как устраивала геноцид Донбассу. Запад Киеву аплодирует. Георгий Львович, чем ваш форум ответил этой антигуманной лживой платформе и тем, кто ее поддерживает? Вы знаете, конечно, мы не собираемся соревноваться с теми, кто выступает за войну. Мы противопоставляем позицию мира, позиции навязывания, продолжения боевых действий, позиции, ведь очень простой, вот в философском плане, если смотреть, украинский народ, малоросы, новоросы, это все часть нашего народа. С этой частью народа мы выстраивали нашу огромную страну от Балтийского моря и Черного до Тихого океана. Ну, конечно, и другие народы в этом участвовали. Но украинцы всегда были. И сегодня, если на национальный состав России посмотреть регионов, очень много украинцев живет и не скрывает, что они украинцы. И на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Севере, везде. То есть мы создали огромное, сильное, мощное государство. Потом у нас эти враждебно, скажем так, мягко настроенные люди на Западе
крадут нашу сестру из нашего дома и надевают на нее пояс смертника, шахида. И говорят, иди в этот дом и взорви его. Ну, кто с этим согласится? Мы, конечно, не отдадим свою сестру, не допустим, чтобы этот пояс шахида на нее был надет, а это упорно пытаются сделать. Чем? Поставки F-16, ракеты «Атакамс», «Хаймарс» уже давно, там «Сторм Шэдоу» и так далее. Это разрушительные виды вооружений. Конечно, мы справимся, но при этом мы теряем и своих, конечно, бойцов, но и украинцев, которые ни в чем не виноваты, что их затащили в эту смертоносную схватку, так сказать, на эту бойню повели, на убой. Поэтому, конечно же, так называемая крымская платформа, направленная на геноцид народа Крыма, а это, в общем-то, по существу никто и не скрывает. Руководители вот эти, которые поставлены Западом в Киев, открыто говорят о том, что в Крыму русских не должно быть, русского влияния не должно быть, а это значит уничтожить весь народ. То есть крымская платформа за геноцид крымчан. Ее надо вот так и характеризовать. Она, безусловно, является сатанинской, античеловеческой. Она направлена не на дружбу, не на сотрудничество, не на любовь людей, а на то, чтобы создать как можно больше условий для уничтожения человека. Причем человека не западного, а нашего. Хотя есть некоторые, так сказать, и представители западных стран, многочисленные, которые пытаются залезть на Украине, потом гибнут, и их уже хоронят в больших количествах, в тысячах людей, и поляков там, и представителей других западных стран. Так что это платформа уничтожения нашей цивилизации, платформа уничтожения человечества. Я это так оцениваю. Значит, я думаю, что на фоне других острых событий в мире, так называемая крымская платформа геноцида крымского народа, она, в общем, и не дала никакого эффекта даже в информационном пространстве, больше всего на что она и нацелена. Поэтому мы будем противоставлять этому мир, сотрудничество и продолжение тех цивилизационных братских отношений, которые у нас есть с украинским народом, и действительно на перспективу, как показывает опыт, это очень быстро все приходит в норму. Нужно перестать осуществлять агрессию против России и стараться свою безопасность, как они считают, что это безопасность, построить за счет партнеров. Нет, безопасность — твердое понятие, неделимое. За счет другого ты не построишь собственную безопасность. Нужно находить такие уровни взаимоотношений, которые будут безопасны для всех. И это очень важно понять на Западе. Поэтому денацификация, демилитаризация Украины – это то необходимое условие, которое создаст взаимное ощущение безопасности. А с братским народом Украины, я уверен, что мы будем выстраивать нормальное, процветающее будущее. Спасибо, Георгий Львович. Вы попутно ответили еще и на вопрос журнала «Международное обозрение». А сейчас я хочу передать слово в Симферополь. А Марина, я знаю, у вас тоже есть вопрос. Пожалуйста. Да, Оксана, спасибо. У нас есть вопрос. Пожалуйста. РИА Новости, Кремль, Алексей Гончаров. У меня два вопроса, если позволите, у Георгия Львовича. Первый. Помимо логистических возможностей Крыма по экспорту, импорту продукции агропромышленного комплекса, может, какие-то еще интересы по отношению к Крыму высказывали те, кто приехал на форум, его участники? И еще такой вопрос. Как вообще
смотрит на сотрудничество с Крымом страны Африки, ну и других континентов. Потому что, вот, насколько я понял из речи господина Лоренса, ну я могу ошибаться, что все-таки еще с осторожностью смотрят в сторону Крыма из-за все тех же санкций. Спасибо. Я прежде всего хочу подчеркнуть, что Африка имеет историческую память. И страны Африки говорят, конечно, не только об экономике. Хотя экономика – это очень важный вопрос. Речь идет и о торговых отношениях, и об инвестиционных проектах, об инвестиционном сотрудничестве. Но ведь смотрите, господин Буатенг привел примеры образования. Это очень серьезная тема. Нам нужно продолжить и усилить подготовку африканских специалистов. У нас, кстати, в Крыму очень сильные, хорошие вузы, и мы тоже говорили о том, что мы приглашаем африканских студентов, попросим на федеральном уровне увеличение квоты для крымских вузов, для студентов из Африки. Это и медицина, это и сельское хозяйство, это и архитектура, это инженерные специальности и многое другое, строительство, конечно, и многое другое, что интересует наших африканских друзей и партнеров. И еще одно направление – это техническое содействие, которое всегда Советским Союзом оказывалось африканским странам в построении крупных промышленных объектов, в создании целых направлений экономики. Я думаю, что это и сегодня очень актуально для африканских стран. Но и не забывайте и не упускайте тему транспортных связей, потому что нам нужны и морские связи, и авиационные связи с Африкой. Но я подчеркиваю, конечно, этому будут препятствовать. От того, что я услышал из выступления господина Буатенга, я понимаю так, что, конечно, африканские страны настороженно относятся к политике Запада, который пытается разрушить наши связи с другими странами. Но настрой, безусловно, в африканских странах самый позитивный, чтобы крепить отношения с Российской Федерацией и с российским Крымом. И второй вопрос, если позволите. Да, пожалуйста, Мария. Да, еще один вопрос, если можно, спасибо. Может, об этом шла речь на форуме, но и как-то раньше об этом говорилось. Планируется ли в Крыму и выражали ли такое желание открыть дипломатические или торговые представительства другие страны, именно вот на территории полуострова? И есть ли такие вообще, можно ли сейчас об этом говорить? Спасибо. Ну, вы знаете, дипломатические представительства открываются, конечно, в столицах. Если только консульские учреждения открываются в других городах и регионах, у нас такой опыт, как вы знаете, уже есть. Открыто почетное консульство Никарагуа. Ведется сейчас речь об открытии почетных консульств Абхазии, Южной Осетии и так далее. Африканские страны не имеют больших средств для того, чтобы организовывать по всей России, так сказать, свои консульские учреждения, будь то почетные консульства или обычные консульские учреждения. Но, тем не менее, интерес к сотрудничеству. Понимаете, чтобы создать вот дипломатические консульские учреждения, надо иметь для этого основу какую-то. Если нет отношений, то чем будет заниматься консульское учреждение? Поэтому, да, нужно сначала организовать учебу, техническое содействие, торговлю. И когда эти отношения будут, тогда возникает естественная потребность в том, чтобы и дипломатические консульские учреждения появлялись и в новых регионах России.
Спасибо, Георгий Львович. В продолжении темы инфраструктуры хочу зачитать вопрос, который мы получили от издания «Кубанские вести». Он выглядит как вопрос региона-конкурента Крыма, но все-таки Краснодарский край. Насколько крымская инфраструктура готова к международным контактам, а крымские порты к интенсификации торговых связей с африканскими странами? Учитывается ли потенциал Симферопольского аэропорта при заключении договоренности? Ну, во-первых, конечно, мы никакие не конкуренты, а мы, наоборот, очень близкие с Краснодарским краем партнеры. И чтобы мои краснодарские друзья знали, я краснодарец. Поэтому я никакой конкуренции не устраиваю. Я со всеми руководителями Краснодарского края был хорошо знаком, начиная от Николая Игнатьевича Кондратенко, Николая Дмитриевича Егорова и по сегодняшний день. Поэтому это не конкуренция. Мы видим, что Новороссийский порт, который я часто посещаю, у меня в Геленджике находится еще и материнский дом, поэтому Новороссийск все время у меня перед глазами. Там такая высокая загрузка, особенно когда урожай идет. Нам надо помогать всей стране вывозить свою сельскохозяйственную продукцию, лесную продукцию, различные, так сказать, химические средства, удобрения и прочее. Один порт, который очень эффективный, большой, там переваливает уже свыше 140 миллионов тонн в год, не может с этим справиться. Не может весь город стать только портом. У него еще и масса других, так сказать, функций и потребностей. А у нас порты наши недогружены. Да, существуют, конечно, сейчас вопросы перевозок по Крымскому мосту, который стал объектом террористической активности. Эти вопросы решаются. Но у нас есть и другая часть. Это старые новые регионы. Это 6 субъектов Российской Федерации. И чтобы им до Краснодарского края доехать, довести свою продукцию, это гораздо дальше, чем напрямую в Крым. Мы соединены с ними географически. И мы готовы работать как морские ворота для этой территории, ну и, конечно, для всей большой России вместе с нашими партнерами и друзьями из Краснодарского края. Да, порты еще нужно модернизировать. Они еще не доходят до уровня, который они имели даже при Советском Союзе. Ну вот сами посудите, в Керчи 4 порта, в том числе рыбный порт, торговый порт, значит, паромная переправа, еще один порт южнее Крымского моста. Их все надо приводить в порядок. Пока вот эти вот события, блокады, экономические санкции, попытки геноцида были в отношении крымского народа, лишение воды, электричества, блокирование транспортных коммуникаций. Конечно, это все негативно сказывалось. И мы очень рассчитываем, да уверены, что наши кубанские собратья, которые помогали, кстати, удержать Крым от нашествия полчищ националистов и нацистов с украинской территории еще в 2014 году. Казачество кубанское, оно стояло на границах с регионами, где готовились эти боевые отряды правого сектора. Поэтому наши собратья, конечно же, мы рассчитываем, что будут способствовать, помогать, и мы будем рука об руку идти, обслуживая интересы всей Российской Федерации на юго-западном транспортном направлении. Спасибо, Григорий Львович. Марина, вопросы еще есть к нашим гостям в Симферополе? Оксана, спасибо, вопросов нет. Ну, наверное, тогда я задам еще один вопрос. Иван Горбунов нам его прислал. Мы частично его уже обсудили. Коллега интересуется, какие надежды вы возлагаете на заседание Крымско-Африканского делового совета в рамках форума, каких целей хотите достичь. В общем, об этом мы уже говорили. Наверное, вот третья часть вопроса, она как будет основная. А можно ли говорить о постоянном характере работы совета по окончании форума?
Ну, прежде всего, подчеркну, что на первую часть я действительно достаточно подробно ответил, повторяться не буду, но в нашем протоколе, мы вот, я зачитал документы принятые, да, протокол первого заседания Крымско-Африканского совета, сказано, что во второй половине 2024 года мы проведем следующее, второе заседание Крымско-Африканского делового совета. Конечно, это будет постоянная, долгосрочная работа. Все государственные органы имеют эту систему проведения деловых советов, проведения межправительственных комиссий. Поэтому мы пока еще, все должны понимать, мы делаем первые шаги. Сейчас мы условились обменяться материалами, какова номенклатура продукции, которой мы можем торговать, взаимно обмениваться, каковы способы расчетов. Нам это все надо сделать. Если выстраивать будем клиринговую систему расчета, это потребует, конечно, участия крупных банковских структур, биржевых, может быть, структур, для того, чтобы выстроить взаимные зачеты. Если мы будем говорить о взаимных расчетах в национальной валюте нашей, российской, в российских рублях, все это надо вот определять, и сейчас мы взяли в работу все эти направления. Я уверен, что наши друзья из африканских стран и господин Буатенг, как один из самых активных деятелей на этом направлении работы, тоже составят такие же планы. Мы их будем коррелировать друг с другом и выстраивать конкретные проекты в сфере торговли, инвестиций, образования, технических услуг и так далее. Спасибо. Господин Лоренс, хотите что-то дополнить? Yes. Да. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я буду очень благодарен, если Россия сможет сформулировать четкий подход в отношениях с Африкой, поскольку большинство стран в Африке, насколько я знаю, очень хотели бы выстроить с Россией хорошие отношения. Поэтому я призвал бы вас открыть свои объятия. И Африка хочет этого. Мы страдаем и голодаем. Нам нужны удобрения. Они имеют определяющее значение. Мы хотим получить зерно, пшеницу, для того, чтобы производить свою муку. И в Африке мы стремимся к такому же уровню сотрудничества, с которого наши отношения начинались. Спасибо. Спасибо, Олег Борисович. Что-нибудь дополнить? Да. Вы знаете, вот вы задали вопрос о том, что собрались люди, и, как Георгий Львович назвал, это форум за геноцид народа Крыма, да? Которые, им кажется, что они собрались противовес. Платформа, да? Да, это Крым. Платформа. Да, да. Им кажется, что они собрались противовес нашему Ялтинскому форуму, который за свободу, за демократию. Демократия – это власть народа. Так вот, я хочу обратиться к этим людям и сказать, что мы вот предлагаем вам вместе найти платформу для мира. Платформа для мира – это следующее. Провести, вот давайте, вот наша ассоциация друзей Крыма и вот платформа, которая против Крыма. Вместе проведем референдум. Но договоримся, что по итогам референдума все страны, которые вот с той стороны или с этой стороны, принимают то решение, которое примет народ Крыма. Вот мы уверены. Если они тоже уверены, пусть они скажут «да, давайте». Мы согласны. Потому что мы уверены в том, что есть волеизъявление народа Крыма. Поэтому те, кто действительно пытаются поработить другие народы, должны знать, что это путь к войне, путь к колониализму, путь к античеловеческим ценностям. А те, кто пытаются понять, что хочет народ, выполнить его требования, позволить ему жить спокойно в демократическом строе,
то эти люди должны ориентироваться на желание народа. Мы всегда ориентируемся на желание народа Крыма, как и других народов, которые хотят жить той жизнью, которую они сами выбирают, а не которую им навязывают извне. Георгий Львович. Ну, я хочу поддержать Айка Борисовича в его последних высказываниях. Но что касается повторных референдумов, мы эту тему очень активно обсуждали, особенно вот в первые 2-3 года, когда говорили, давайте еще референдум. И мы поняли одну вещь. Мы у наших западных, так сказать, уже не партнеров, спрашиваем, хорошо, проводим референдум, а вы его признаете? Они его не признают. Поэтому 10-100 референдумов – это эксперимент над народом Крыма будет, понимаете? Зачем нам этим заниматься, когда ну, все показывает, и социология, и опросы, какие угодно исследования. Они сами делали эти исследования, у них даже по их исследованиям свыше 90% населения Крыма в те времена еще. А сейчас будут все 100%, понимаете? Но они это не примут во внимание. Они будут добиваться того, чтобы подрывать стабильность Крыму. И этими референдумами 1, 2, 10, сколько там они захотят их проводить, они только будут одну цель преследовать. Поэтому мы четко, ясно сказали, референдум проведен, выбор сделан. У кого есть сомнения, читайте, пишите, считайте, направляйте социологические там какие-то опросы, службы и так далее. Но референдум и решение уже приняты. Поэтому могу вас поддержать в том, чтобы они проводили те действия, которые помогут им получить достоверную информацию о настроениях крымчан. Это пожалуйста. Но референдумы в Крыму повторные восприниматься не будут. Вот. Крым свое слово сказал, сделал. Он играет, я подчеркнул это с самого начала, свою важную роль в том, что касается осознания в России, в мире в целом, новых принципов мироустройства. И вы абсолютно правильно подчеркивали самоопределение народа, свобода и еще чувство справедливости. Это то, что нам и должно создать основы для нового безопасного мира. Наши соображения нашим западным коллегам были высказаны в декабре 2021 года, как выстроить эту безопасность, как выстроить отношения. Поэтому пусть они обдумывают, попытались с Россией говорить языком силы, но зубы они уже обломали, еще сильнее обломают, если будут продолжать это дело. И я уверен, мы все равно вернемся к тем формулам, которые российское руководство выдвинуло в декабре 2021 года. Ну вот на этом я, наверное, закончил. Да, спасибо большое, Георгий Львович. Но на самом деле все вот эти вот крымские платформы, инициированные нынешним украинским режимом, они ведь не для защиты интересов крымчан собираются. Они им не крымчане нужны, им территория нужна. Пустая, да, от сегодняшних жителей Крыма. Вот все. В этом весь ужас. Черноморский регион, Крым, конечно, господствующая территория над всем Черноморским регионом. И эти планы туда введения американской военно-морской базы существуют давно, мы о них знаем. И, конечно, это нацелено и на Балканы, и на Кавказ, для того, чтобы распространять свое военно-политическое влияние. Ну, этого никто не допустит. Мы же не пытаемся где-нибудь под Флоридой там создать свою базу или в Канаде, или в Мексике. Понимаем, что мы не будем создавать угрозы для существования, экзистенциональные угрозы, как говорится, для Соединенных Штатов, потому что они тоже сильный центр влияния в мире. Мы этого не хотим. Хотят другие. Спасибо, Георгий Львович. Спасибо, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Мы завершаем, но будем с нетерпением ждать уже следующего
Ялтинского международного форума, ну и внимательно следить за деятельностью Ассоциации, Международной ассоциации друзей Крыма. Ну и, конечно, да, и Крымско-Африканского делового совета. Всего доброго, до свидания. Симферополь, спасибо за участие. До свидания, до новых встреч.